Фьючерсы фондовой биржи США предвещают повышенное открытие торгов в начале недели, так как инвесторы начинают строить догадки о следующем повышении процентных ставок Федерального резерва после неутешительных показателей оплаты труда несельскохозяйственного населения на прошлой неделе. Доллар США находится под давлением, пара евро и доллара США на 0,18% ниже, соотношение валют 1,1343 пункта. Фунт стерлингов по отношению к доллару США на 0,44% ниже. Курс валют составляет 1,4411 пунктов. Курс доллара США и японской иены упал на 0,56%. Текущее значение 107,4 пункта. В центре внимания аналитиков пара американского и канадского доллара. Пара стоит ниже 20 и 50 получасовых скользящих средних. Ожидается, что в течение дня краткосрочные позиции будут ниже линии сопротивления на уровне 1,3015 пунктов с отметками 1,291 пункт и 1,287 пунктов. На рынке драгоценных металлов преобладают позитивные тенденции. Линия поддержки золота закрепилась на уровне 1233, что ограничит потенциальное снижение стоимости. Восходящая 50-часовая скользящая средняя продолжает расти. В течение дня долгосрочные позиции будут выше 1233 со значениями 1251 и 1258. Серебро подорожало на 0,46% и составило $16.44 за тройскую унцию. С вами была Евгения Мангуби, специально для Trading Central Web TV.